это мой дом, я здесь была раньше, еще и врет нагло. Все, иди отсюда. Ушла? А? Сдоминировала, теперь я чувствую себя злодейкой. Она ушла! Всем привет! Рады видеть на моем канале Тилька Плей и Наташа. Мы сегодня с вами продолжаем играть в Roblox в SCP и пытаться доставать людей, кому-нибудь вписаться. В общем, все как обычно. Поэтому поддерживайте лайком, и тогда, возможно, мы снова сможем быстро найти с вами людей. Потому что в прошлый раз вы помните, что было, когда мы с вами это самое ставили лайки. Поэтому пока что запасаемся едой, чтобы ночью выживать. Ты пока что ставишь лайк, подписывайся на каналчик, делишься видео с друзьями, чтобы было как можно больше людей, как говорится, вот. Пойдемте на поиски, значит, еды мне, в принципе, на ночь, если что, хватит. Тут вроде бы утро, повезло появиться именно утром, людей пока что я не вижу, я, видимо, на каком-то краю карты, все, инвентарь фул. Фул. Да, смотрите-ка, ладно, пойдемте. Давайте посвистим. Мама мне, конечно, говорила, не свисти, денег не будет, но с другой стороны, чего бы не посвистеть. Но в ответ мне никто не отвечает. Это грустно, это печально. Жизнь тоска, если нету три соска. А тут кто-нибудь есть? Видимо, кто-то психанул, не достроил. А, кстати, неплохое такое место прям. Такое, с боковинки. Вообще никого нету, прикинь. А где все? Все, наверное, где-то в центре карты. Ладно, режим поиска активен. Плохо, ставите лайки. Плохо ставите, и видите, никого не можем найти. Вот ты не поставил свой лайк, поэтому никого и не видим. Представляешь, надо вот срочно ставить лайк, чтобы кого-то найти. Сейчас ночь наступит, а мы тут такие с тобой, это, яйца чешем. Меня как отшельника куда-то выкинуло, хрен знает куда. Давайте поедим, я, конечно, знаю, что сейчас самое время. По сосиске. Сосиски пригодятся, вот это тоже пригодится. И снова святая ночь. Что-то вообще никого нету, алло. А где все? Господа, anybody? Канобария. Что-то вообще пустота, народу нету. Что-то меня, видимо, в какой-то такой далекой сраке выкинуло, что что-то я даже не знаю, как тут теперь пожить. Хочется просто кого-то найти, чтобы жить с ним. Вот тут вот какой-то домик есть. Может быть, в этот домик забуриться? Ну так, чисто на ночь. Можно к вам на ночь? Пустите козленочка погреться. Мужчина. Не надо. Блин, он бежит за мной. Не надо. Да не... Иди отсюда, я сказала тебе, отвали. Отвали от меня. Отстань, все. До свидания. Ищем другое жилище. Очевидно, с этим жилищем что-то не так. О! Стой! Я тебя вижу! Стой! Человек! Ты где живешь? Веди меня к своему дому. Мишка! Привет, Мишка. Что, так и будем здесь стоять, да? Только ты и только я? Веди меня куда-нибудь. Я добрая, я дам тебе яблоко. Будешь яблоко? Ты взяла уже яблоко? Слушай, да, она забрала прям сразу яблоко. Ты взяла мое яблоко. Ой, она меня хочет добавить в друзья, как это мило. Да ладно, я просто на самом деле хотела... Бежим! Нет! Беги, глупец, беги, я тебя спасу, я теперь за тебя отвечаю, я буду с тобой пожить. Бежим, сюда, давай, за мной, куда ты не туда, давай, за мной, нас не догонят, мы теперь группа тату с тобой. Все, ты бежишь, ты где-то тут, все, отлично. Она, наверное, думает, что у меня есть дом, а у меня нихера ничего нету. Я тоже рада тебя видеть, но у меня ничего нет. Все, теперь мы с ней живем, смотри, я тебе даже еду нашла. Вот, мороженое бери, да. Что бы ты без меня делала-то, да? Что бы ты без меня делала? А ничего бы ты без меня не делала. Жила бы без меня тут совершенно одна. Никому не нужная. А так, видишь, какая я хорошая, добренькая. Правда, у меня дома нет все еще. Да и не будет. Ура! Утро! Мы выжили до утра! Да, детка, так, ищем. А я тут бегала же уже, да? Где все, я не пойму. Ладно, она, конечно, хорошая девочка, но что-то с ней не то. Ну, типа, можно, в принципе, в этом попробовать строиться. А что еще делать? Ну, давайте здесь поставим точку, что это будет мой дом. Мой дом. Я тут живу. Давайте, красный дом. Raid weapon. Все. Ед мой дом. Давайте его как-то с вами это... облагораживать как-то красиво, чтобы было. Это что такое? Она не может, что ли, залезть? Что она такая странная?
Давай вот здесь поставим вот эту фигню. Ну, типа, коридорный свет. Чё, красиво? По-моему, она обиделась. Пытается ко мне пробраться, а я ее не пускаю. Это наш дом, понимаешь? Это мой дом. Вот такой вот малой этажности, скажем так. Ну, какой есть? Надо вот сюда повесить этот... Красиво? Красиво. Красиво жить не запретишь. Надо лестницу чуть-чуть не так как-то поставить. А как ее поставить криво? Вот так. Ну все! Это мой дом. А, нет, смотри, она там что-то строит. Ой, какая молодец. Ну, строй. Что ты на меня смотришь? Это типа первый этаж, да? Можно покушать, да, посидеть, попердеть. А как на этот первый этаж спускаться? Предположение есть, как на первый этаж спуститься или подняться? А, очевидно, это было где-то вот здесь, наверное, да? Все, теперь вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Давай. Ну-ка. Что за такая странная постройка? Она там строит, да, реально в этом доме? Какая молодец. Ля, профессионалка. И что ты строишь тут? Объясни мне. Ой, ночь наступила. Уже снова ночь. Не, ну это, конечно, все весело вот так вот с тобой жить, строить. Но давай я к тебе приду потом. Я хочу найти людей. А, ну это моя подписчица, все понятно. Опа. Люди. Люди. Надо меточку поставить. Люди. Люди, все, нашла еще людей. Тут у нас, оказывается, рядом соседи есть. О, у них есть дверь. Ничего себе, серьезно? Смотри. А как вам? К ним нельзя попасть? Сейчас. Я вошла. Я вошла в чужой дом. Я хочу просто посмотреть. Значит, у них тут компьютер. Смотри, у них тут компьютер. Кровать на двоих. Какула. Прикольно у вас здесь, я смотрю. О! А, я думала, вы закрыли. Здесь у них, значит, еда на этом этаже. Ну, неплохо. Привет. И утром уйдешь, девочка. Так, в смысле, уже утро? Уже утро. Утром уйдешь, девочка. А я не уйду. Я такая, я не ухожу, я прихожу. И я прихожу. Она, кажется, матерится. Кажется, она матерится. Я тебе отвечаю, она матерится. А я уже прихожу. У меня тоже дом есть. Попробуем с ними пообщаться. Быть может, они жалятся на меня, что со мной поговорят. А, ок. А, так можно было. Хотите? Покажу. Ты у нас в гостях? Да если понравится, останусь. Но если понравится, останусь. Пойдем покажу. Пойдем покажу. Твоя подружка умерла. Твоя подружка умерла. Надо ее похоронить. Покажу ей, где я живу. Так, а где я живу? Я живу в 1000 метрах. Идешь за мной? Я тебе показываю, где я живу. Пойдем. Вот эта девочка добрая. Не то, что тогда мне попались злые, которые меня выгоняли, говорили, что я никому не интересна, ну что это такое. А так, вот видишь, человеку не сложно даже дом показать, понимаешь? Где я живу, что, типа, чем живу. А прикинь, сейчас ее приведу, она мне дом сломает. Пойдем. Подожди, телевизор мешает. Пойдем. 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 Опа! Сейчас я просто еще по пути добавляю всякую фигню. Пойдем, пойдем. Блин, жалко, здесь нельзя это случайно взять и человека типа так бынь и все. Типа подстава. Пойдем, я покажу, где я живу. Вот моя подружка офигеет, которая там строит дом. Я бы так не доверяла, если бы кто-то мне сказал, пойдем тебе свой дом покажу. Я бы не доверяла. Там могут с тобой все что угодно сделать. Бежишь? Что-то она как-то слабо бежит. А, подожди. Слушай, на, возьми. Стой, 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 возьми. Возьми, возьми. Да что-то она не хочет, мне кажется, она умрет. Все, мы пришли. Пойдем. Вот мой дом. Вот. Ты где? Девочка, я здесь. Все. Пишу ей. Вот мой дом. Крутой. Реально? Вот наверху.
Он наверху. Чё, как у тебя тут дела? Она не может запрыгнуть. У нее не получается. Ой. Все. Куда она? Она меня кинула! А ты тут что сделала? Как у тебя тут дела обстоят? Смотри, я тебе добыла, во-первых, аптечек. Я тебе добыла воды. Я тебе добыла пиццы. Смотри, я забочусь о том, кто со мной живет. Я, видишь, я заботливая. Смотри, я тебе еды принесла сколько. Охренеть, сколько еды. Ты видала, сколько еды? Это все для тебя. Для меня. Ну, смотри, тут поставила креслица красивая. Ты все это время ставила только креслица здесь? И все? За все это время только креслица, Заюш? Ну, как-то маловато мы работаем. Надо больше работать. Пойду еще раз к тем девочкам сбегаю. Можно у них теперь еду, раз они вышли из игры, можно у них еду скоммуниздить. Типа, а чё? Я буду заботиться о своей маленькой семье, с которой я живу. Я заботливая женщина. Мне вообще в идеале бы найти кого-нибудь агрессивного, но что поделать. Агрессивных сегодня, видишь, как-то маловато. Не всегда же, понимаешь, быть агрессивным людям. Есть и хорошие люди. Что-то мне казалось, мы дольше бежали к моему дому, чем бежим к этому дому, да? Ладно. Да иди нафиг отсюда. Я иду вон к девочкам в их дом. В их жилище. Они меня, конечно, прогнали, но я снова к ним вернулась. И что они мне сделают? Ничего они мне не сделают. Я скажу, привет, это снова я. Она говорит, что у нее и у ее подружки есть метка. Но пока их нету, я могу сделать всяких пакостей. Ха-ха-ха. Вот прям сейчас могу зайти к ним в дом и сделать всякие пакости. Вот такая вот я. Хулиганка. Опа. А тут реально никого нет. И чё, смотри, здесь реально никого нету. Они вышли. Они вдвоем вышли. Ну смотри. Им... А, они питаются лимонами. Я у них заберу единственную кока-колу, потому что она им больше не пригодится. А мне кока-кола нужна. Как бы у меня-то тоже голодные рты. Мне она нужнее, чем им. Поэтому я пошла. Блин, я показала девочке дом, где я живу. А девочка взяла и вышла. Ну что это такое? У них только тупо аптечки были и все. Что за безобразие? В чем смысл? Даже обворовать нормально не получилось. А я так старалась. Человек! Привет! Человек! Еще человек, смотри-ка. И что мы тут делаем? Строим дом? Что-то тут как-то у тебя не ахти. Братан, это все, что ты построил за все это время? Ты меня что ли не видишь? Ладно, я пошла, я понял, у него там свои проблемы какие-то. Не, нам нужны люди с домами. Бомжи без домов нам не нужны, только с домами. Я тебе еще принесла еды, смотри. У меня все для тебя есть. О, дверь, ничего себе, ты тут вообще. Строительница-то моя, на. Вот тебе сколько еды. Тефтельки, сосиски. Все, что хочешь, все для тебя, моя хорошая. Только меня тут не закрывай. Все, я пошел дальше, спасибо тебе. Блин, какая хорошая девочка. Она прям строит, такая умничка. Не то, что мы лентяйки. Вот такими быть лентяйками. Так, кушаем. А, и что она меня дымажит? Чем она меня дымажит, я не понимаю. Она какая-то агрессивная, кока-кола. Взяла меня, ударила. Что-то в этот раз мне не очень повезло на людей, если честно, в этой игре. Я не знаю, почему. Ну, что-то как-то маловато всех. Что-то бегаешь, а никого нет. Я уже на третьем месте по выживаемости. Профессионалка, выживалка. Вода пригодится. Блин, а кока-кола оказывается как-то не очень. Она что-то дымажит почему-то. А я что-то не думала, что у нее такой эффект. А почему ты в воздухе стоишь? Почему она в воздухе? А почему ты была в воздухе? Ты какая-то воздушная. О, там еще кто-то свистит. Давайте бежать за ней. А, это, по-моему, та девочка, да, у которой был дом. То есть она умерла. Выходит, что так. Как она так умерла? Это, по-моему, как раз та девочка, которая показывала мой дом. Не повезло ей. Не, ну у меня как бы метка стоит на их дом, поэтому я пошел. Реально, что-то людей сегодня кот наплакал. Ну ладно, а чё? Зато мы обзавелись девочкой, которая обустраивает мне жилище. Мы о ней заботимся.
готовим ей еду. Я прям как настоящая мать. Представляешь, я стала матерью. Понимаешь, я мать. Я мать моего ребенка. Все, пойдемте заботиться, я буду о ребенке о своем. Что я вот это вот хожу, не пойми где. Вот это вот. Давайте ковер возьмем. Принесем дочери ковер. Скажу, доча, это тебе подарок от мамы. Ковер. Может, ей лучше игрушку привезти? Нет, ковер, ковер. Определенно ковер. Блин, хотя, наверное, игрушка поприкольней. Давайте игрушку ей принесем. Игрушка будет красивее смотреться где-нибудь на полочке. Тем более, вот смотри, какой огненный самурай. Вообще кайф. А? Прикольно же, ну. Доча будет довольна. Доча! Мне бы дойти до дома нашего. Я такую красоту нам несу. Надо у нее спросить, можно я буду ее называть доча? Ой, фига, тут кто-то навострил. А, так это почти мой дом. Ой, слушай, она еще тут. В смысле? Я не понял. А это кто такая в моем доме? Ты кто такая? Я тут, понимаешь, это... Забочусь о дочери. А дочери больше нет? I'm English. Окей. И окей, я тебе сейчас напишу. It's my house. Овца. Ладно, ладно. It's war. Поняла? Это война, поняла? Все, я тебя сейчас устрою. Я тебе отвечу. Я тебе устрою. Поняла? Убери это. Убери, все. Все, я тебе сейчас твой дом нахер снесу, поняла? Никакого у тебя дома не будет, поняла? Поняла? Это дом моей подружки. Разрушен дом, все. Все. Все, это война. Это был мой дом. Это был мой дом, поняла? Мой дом. Это был мой дом. Пошла отсюда нахер! Это мой дом, я здесь была раньше. Еще и врет нагло. Все, иди отсюда. Ушла? А? Сдоминировала, теперь я чувствую себя злодейкой. Она ушла. Вот так вот. Ишь, какая. Пришла такая. И такая, в мой собака дом. Это мой дом. С моей девочкой мы тут жили, не тужили. Строили красиво. А ты тут взяла все и перестроила такая, как тебе надо было. Еще и мою еду. Нет, она не достанется никому, понятно? Все, никому. Я заботилась о своей дочке. Она взяла, вышла. Даже мне не написала, Тилька, я ухожу. Даже мне не написала, ты представляешь? А могла бы написать, прощай, мамочка, я тебя люблю, ты обо мне заботилась. Нифига, вот так вот неблагодарные дети. Все, я устроила войну, я победила в этой войне. Я съела всю еду. Пришла она такая, на English, it's English, it's my Russian English, поняла? Все, это мой дом. Такая, я здесь была раньше. Хера ты тут была раньше, не была ты тут раньше. Это мой дом, у меня есть видео, что это мой дом. Я его первая нашла. Она его еще перестроила. Нет, все, короче, ни мне не достанется, ни людям, никому, короче, не достанется этот дом. Никому, все. Ни мне, ни бабушке твоей, никому. Все, я сказала. Я сказала, что это. Я сказала, что это война. Я сказала, it's war. Все, все. Это моя вот эта вот роблоксная битва. Я ее выиграю. Никто не будет жить в моем доме. Все. Я разрушу его. Ни себе, ни людям. Еще и нарушила мне тут все. Так красиво было. Мы так с моей девочкой старались строить. Вообще, такую красоту взяла. Она еще лестницу здесь прибрала. Ты прикинь, лампы мои поменяла. Овцулька. Реально овцулька. Все. Я все сломала. Ни себе, ни людям, я сказала. Все. Так еще и врут, ты понимаешь? Я здесь раньше. Хер ли ты врешь? Ты кому заливаешь? Я здесь была раньше. I'm alone. Я тоже вообще-то alone. И ничего страшного, как-то вживаю. Пойду проверю тех девочек в их доме. Может быть, они вернулись? Хоть о ком-то я позабочусь. Пришла такая, отжала у меня дом спокойно. Такая, I'm English. И что же ты English? I'm Russish. I'm English. Я тебе сказала, что это мой дом, у меня есть видео. Конечно, я жестоко поступила. Я ее, по сути, я ее не выгоняла. Но она начала загонять мне за то, что это ее дом, она была там раньше. Схерали. Совсем охренели. Еще и дом посреди дня отжимают. Гопники роблоксные. А в этом доме, по-моему, все, больше никого нету. Девочки, кажется, вышли из игры. Да? Да, нету девочек, прикинь.
Вот так вот. Ну, ладно, чё, на этой ноте тогда закончим. Чё, у нас нету дома, у нас нету дочери. Недолго я была матерью, между прочим, но зато я яростно защитила свое жилище. Никому оно теперь не досталось, поэтому не переступай мне дорогу и не зли меня никогда. С тобой была я, Наташа. Скоро увидимся. Пока.